Доппельгеймер из ночной пустыни. Варант, Марасул, раскопки. Так, ладно, пойти с толстяком надо поговорить. А то он там что-то, блин, пузырится. А, он там, наверное. Точно. Куришь, да, толстяк? Проваливай! Нам не нужны вонючие наемники! О, блин. Чем ты здесь занимаешься? Я присматриваю за рабами на раскопках. Что ты имеешь против? Физул хочет, чтобы бизнес развивался дальше. Ах, он хочет! А почему мы должны соглашаться с ним? Да. Я причиню тебе много боли и мучений, если ты помешаешь делам развиваться. Да, я тебе верю. Мне это поровну. Мы все здесь подчиняемся оркам. И вам, идиотам из Марасул, здесь вообще делать нечего. Мне бы следовало заехать тебе в морду. Как ты на это смотришь? Попробуй, ублюдок. Ну тогда покажи, что ты умеешь. Но еще и силушку плюс один получил. Сколько у меня там силы? 406. О, блять. Я ж могу еще в фаринг смотаться. Там можно накачать силу. Можешь выступить на арене, это как минимум 3, а то и больше. В следующий раз я тебя прикончу. О, приятель, не бей меня больше! Знаешь, все зависит только от тебя. Ну что, ты решил? Будешь сотрудничать с Физулом или как? Ну хорошо, ты победил! Я буду работать с ним дальше. Отлично. Марасул, 60. Ладно, вот видишь, как хорошо. Пойдем дальше. Так... О, копаешь. Мизир. Куда путь держишь, чужеземец? Я ищу кое-какие артефакты. Вот оно что, приятель. Я тоже. Хочешь, поменяемся? Ха-ха. Ну, давай потолкуем. Давай потолкуем. Хорошо, с удовольствием. Кстати, меня зовут Мизир. Меня называют кладоискателем. Иные глупцы называют меня сумасшедшим болтуном. Но они не видят моего богатства. За исключением Зубина. Старина Зубин. Но что-то я опять разговорился. Да, ты знаешь Зубина, да? Ты знаешь Зубина? Да, давно. У него было несколько действительно хороших видений. Но с тех пор прошло уже 70 лет. Ага. Расскажи мне о твоем богатстве. Я вижу многие вещи. Все, что я до сих пор видел, все сбывалось, сын мой. Придет человек с севера и наложит на пустыню чудовищное проклятие. Он откроет храм Морасул, и мертвецы будут бродить по пустыне. Они будут мстить живым за то, что те потревожили их вечный покой. Кто откроет храм? Человек с севера. Он участвовал во многих битвах. Он совершил много великих дел. Он сделает выбор между добром и злом.
Сначала я думал, что этим человеком будет Кирк из Мора-Сул. Но теперь я в этом уже не уверен. Понимаю. Ты можешь сделать мне пророчество? Я не прорицатель, я лишь могу видеть. И что ты видишь? Твоя судьба не определена, и никто не скажет тебе большего. Ты волен сам выбирать свой путь. Но есть трое владык, они считают, что могут распоряжаться твоей судьбой и судьбами всего остального мира. В гордыне своей они стремятся повелевать другими, не зная, что их путь уже предопределен и однозначен, что бы ни случилось. Ладно, покажи-ка, что ты... Покажи-ка, что ты нашел. Вот и хорошо. Да. Я ищу Рамироса, ты его не видел? Рамироса, да-да. Ты знаешь, где он скрывается или нет? Да, я знаю, где он. Я могу тебя к нему отвезти. Я тебе кое-что скажу. Я старый человек. Мои годы несутся прочь, словно ветер над дюнами. Чего тебе? Я хочу еще раз насладиться радостями оазиса Мурат. Итак, сначала я отведу тебя к Рамиросу, а потом ты проводишь меня к оазису Мурата. Ну хорошо, отведи меня к Рамиросу. Тогда следуй за мной, о отец радостей. Так и будем зигзагами бегать. Да, не с одним топором, если я так уверенно не чувствую. О, блядь, трава глорха. Как с этим? Мы пришли. Он там, внизу. Сейчас, секунду. Рамирос. Болванка руды, больше у нее ни хера нет, тут все. Ты его нашел? Во всяком случае, то, что от него осталось. Ох, идем скорее к оазису Мурата, пока с нами не случилось то же, что с ним. Ну, пошли. Я поведу нас, а ты будешь охранять. Да не вопрос. Ты, главное, раньше времени там не загнись, и куда-нибудь текстуры не провались, блядь. А то тебя он тянет к стенам. А стены коварные. Во, выходи на простор, блядь. Это, конечно, не факт, что тебя тут это... По-другому ты... Пусть спалит тебя солнце! Да не говори! Побежали дальше. Сколько тут всяких зверушек. Тварь недостойная. Не говори. Я тут собираю это все говно. Нахера оно мне нужно? Ну, неважно. Пока еще собираю. Я же там покупаю, могу, да я уже на эти шкуры, блин, и прочее, могу купить, блядь, здесь.
всю Миртану нахер с потрохами. Варант и так в награду король отдаст за хорошее поведение. Вот мы и пришли. Большое спасибо тебе за помощь. Теперь мы можем некоторое время отдохнуть. Вот, возьми это. Я уверен, тебе понравится. Ну да, давай отдохнем. Ладно, мы сейчас тут почистим дорогу. Тут что, все волки спят, что ли? О, монстр! Это хорошо, давай разомнемся тут в ночи. Все дела. Вот так вот. А ты что здесь один? Где-то тут были эти, блядь, бандюки. Нет, не тут. Вон там, наверное. А может и не там. Сейчас и ты умрешь. Стой, собака! Да. Иди сюда. Я ж забыл. Ух ты, блядь. Да что ты, блядь? Я вообще охуеваю, блядь. Убрал эту хуйню, блядь, и вообще не достаешь ее.
Заебанец, блядь. Вот это другой, блядь, вообще нахуй. Где тут, блин, что? У них сундук должен быть, блин. С деньгами. Ну, вообще, я, блин, в принципе, наверное, же ж забрал деньги. Хер его знает, забрал или не забрал. Что-то я не обозначил. Мне казалось, у них сундук был. Странно, странно. А, лопата, я думаю, что что-то подсвечивается. Да нет, тут-то нет-то, блядь. Тут-то нет-то. Тут нет-то брут-то. Нет тут ни хера никакого сундука. Значит, деньги у нее при себе были. Ну, ладно. Будем считать, что при себе. Да, вон у них, у каждого была тут какая-то часть денег. Просто я так быстро их собрал. Что они как бы не обозначены. Обли. Эти тоже через стены ходят, блядь. Ну что, я тут все за... Еще не расчистил. Тут еще ящерицы где-то ходят, блядь. Толпа, блядь, целая. А вон они, блядь. Сука, пусть она была раньше махать. Ну ладно. Вот так вот. И вот тут все тихо. Все тихо. Ну, схожу к тому. У меня кубков 10. И вот, не помню, Милтон говорил про него, но, наверное, не отдал. Сколько у меня там...
Так, где этот у нас водовоз? Утром с тобой поболтаю. Ничего хорошего из этого не видим. Отлично. Кафу. Со стражниками покончено. Отлично, о отец силы. Конечно же, ты заслужил награду. Если ты еще и сумеешь вернуть мне мое золото, можешь быть уверен в моей вечной, неизбывной благодарности. Вот твои 700 золотых. Благодарю тебя, о отец благоразумия. Возьми эту воду и часть моего золота в знак моей благодарности. Мои молитвы будут сопровождать тебя на всех тернистых путях, которыми ты пойдешь, друг мой. Марасул 80, да? О. Покажи мне свой товар. Ну вот еще и торганули, все. О, мясо надо пожарить. Что там каких-то глорхов нахерачил? С десяток-то, наверное, есть. О, даже 13. Пусть будет, а то ж я мясо-то ем. Так, пойду-ка я. Ко всем этим схожу. Приведу красавец. Лишние очки в жопе не помеха. Как приятно с утра по песочку бежать. Мне кажется, он даже еще прохладный, я прям ощущаю. О. Надо будет в Фаринг смотаться. Побиться там. Так. Если хочешь купить воды, поговори с рабами. Я принес тебе привет от Хамида. Хамид, да. Мой старый друг. Как он поживает? Он делает выгодные дела и шлет тебе в подарок вот этот амулет. Хм. Да. Очень хорошо. Это что-то необыкновенное. Да. Но нет, я не могу его принять. Ты не хочешь принять его подарок? Не хочу, не сделав Хамиду ответный подарок. Ага. Вот амулет Хамида. Давай поговорим о твоем подарке. Погоди, ты получишь 500 золотых из казны Оазиса. Хм. Погоди, возьми 1000 золотых из моей личной казны. Хм. Ну хорошо, я преподнесу ему в подарок прелестную ясмин. Думаю, ему это понравится. Значит, ага. Так-то мой быть. Пожалуйста, позаботься о том, чтобы ясмин добралась до Марасул целой и невредимой. А что у тебя есть предложить? Да. Я работорговец. Я торгую самыми красивыми женщинами в этой стране. Посмотри мой товар. Ты увидишь, я не вру.
Не бойся, подойди поближе и поговори с любой девушкой, какая тебе понравится. Что за красивый мужчина? Вы торговец из Моросу? Не совсем. Жаль. Я бы с удовольствием стала женой богатого торговца. Быть женой самого богатого торговца города – это было бы для меня кстати. Ты так не думаешь? Да. Я хочу купить Алиму. Я вижу, у тебя хороший вкус, юноша. Ну да. Она подарит тебе бесчисленное множество сказочных ночей. Сам городской голова Гонсалес однажды положил на нее глаз. Иди к ней. Отныне она всегда будет следовать за тобой. Ты самая красивая танцовщица страны, говорят они. Я устала от танцев. Надеюсь, что скоро я буду принадлежать тому, кто захочет любоваться не только моими танцами. Я уведу тебя. Хорошо. Лима? Я уведу тебя. Хорошо. Пошли, девочки. Ух. Идете? Я тут дорожку нам почистил маленько. Чтобы не мешались там под ногами всякие твари. За мной, девчушки. По песочку. Раз, 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 раз. Да, надо, блядь, мне в этот Фаринг смотаться на бои, в командировку. Тут в пустыне еще работы много. А мне надо быка. Может быть иначе. Все в руках Беля. Так. Хамид. Я тебе кое-кого привел. Прелестная Ясмин. Угу. Наконец-то она моя. Благодарю тебя, о сын мужества. Возьми это золото, и я поручусь за тебя Гонсалесу. Очень хорошо. Спасибо тебе. Хамид честный парень. Здесь мне будет хорошо. Замечательно. Пошли, я тебя отведу к торговцу. Самому богатому.
насчет подарков для Гонсалеса. Говори, что у тебя есть предложить? Я приведу красивую танцовщицу. И правда, красавица. Хороший подарок. Она найдет свое место под боком у моего господина. Отлично. Можно мне поговорить с Гонсалесом? На Гонсалеса твои подвиги произвели большое впечатление. Если хочешь знать мое мнение, то ассасинов ты добьешься больших успехов, если будешь действовать в том же духе. Спасибо, это я и хотел услышать. Лучше всего иди прямо к нему, он ждет тебя. Я благодарю тебя, господин. Принадлежать самому богатому человеку города – это существенно поможет мне в достижении моей цели. Вот увидишь, однажды я стану женой Гонсалеса. Ну тогда желаю удачи. Да, давай. Радость, правда, будет недолгой, но что делать? Да. Заканчивай с этим. Я нашел Рамиреса. Хорошо. Где он? Он мертв. Нингалу наверняка это будет интересно. Расскажи ему об этом лучше сам. В общем, постарайся, чтобы Назиб тебя впустил. Вот обещанная награда. Бывшие охранники Кафу убиты. Хорошая работа. Я знал, что ты справишься. За это ты получишь хорошее вознаграждение. Гонсалес будет гордиться нами. Точно. Так, ладно, пока хватит. Пойдем тут. Если бы это было так просто. Так, что мы тут имеем? Большой сундук. Блять, кованый сундук. Может рассердиться, блять, если я его вскрою. Да. Ничего нового. Ладно. Плохие новости. Кто-то нападает на наши города. Как только мы найдем виновника, расправа с ним будет короткая. Пришел сюда, чтобы сделать мне подарок. Оставим это. Я хочу с тобой поговорить. Ладно. Ты сумел добраться до меня. Так пусть твои старания будут вознаграждены. Давай поговорим. О, какой важный. Расскажи мне что-нибудь об орках. Их гонит железная воля, которая привела их даже сюда. Жалкие твари. Орки пришли в пустыню, хотя совершенно не выносят жаркого климата и палящего солнца. Думаю, все они перемрут в горячих песках пустыни еще до наступления следующего лета. Меня беспокоят кочевники, их духовные вожди, маги воды. Так, я ищу ключи от храма. Любопытно. Чем я могу тебе помочь? Ты знаешь что-нибудь о ключах? Так и быть. Мы оба деловые люди. И поэтому я не хочу тянуть кота за хвост. Скажу прямо. У меня есть один ключ. Что ты хочешь за него? Оркам нужны артефакты древнего народа. И они переворачивают каждый камень в пустыне. Они готовы заплатить любую цену, чтобы добраться до самых глубоких святилищ древних. Так что этот ключ кое-чего стоит. Исходя из нынешнего положения вещей,
я уступил бы его тебе за 10 000 золотых. Это почти что подарок. Ну так как? Да, держи. Вот тебе золото. Давай ключ от храма. Приятно было иметь с тобой дело. Да. Надеюсь, у тебя хватит ума, чтобы отобрать свое золото у орков. Да. Сколько у меня уже ключей? 4. Пятый у орка. До него мы потом доберемся. Так, погоди. Я хотел, блин, кое-что сделать. Попробуем сейчас. Попробуем такой вариант. Эй, не трогай это! Такой вариант не проходит. Сразу обиделся, надо его усыпить. Так, ладно, это у нас не прошло, хорошо. А если же мы вот так вот? Эй, не трогай это! Понятно. Тоже. Так, ладно. Два варианта не прошло. Делаем вот такой финт. Во-первых, надо кое-что из маны. Сюда, да? А этот сюда. Так. Ну, пытаемся еще раз. Вроде как получилось. Был у нас кованый, этот прочный. Можно было еще и прочный взломать, блин. Как они долго скажу прочь. Что это было? Да хер его знает. Что это было? Ах, хер поймешь. Так, ладно, с этим надо еще побазарить. Ты оказал Моросулу неоценимую услугу. Ну да. Тебе тогда наверняка известно, что исчез ассасин Рамирес. Я нашел Рамиреса на руинных полях. Он мертв. Это да. Чрезвычайно прискорбно. Руины очень опасны. Но он был с опасностью на «ты». Он умел ее оценивать. Я не могу себе представить, его сожрали песчаные ползуны. Да. Нет, его смерть связана с его заданием. Вот, это тебе. Какая задача была у Рамиреса? Из Бенсала украли партию рудных болванок. Некоторые из них появились здесь, у купцов в Моросуле. Расследовать это дело я поручил Рамиресу. Он напал на след. Он считал, что нашел похитителя руды. И, видимо, он действительно его нашел. Ты думаешь, что тот, кто украл руду, и есть убийца? Я хочу, чтобы ты занялся этим делом. Найди его убийцу
и отомсти за Рамиреса. Но действуй наверняка. Поймай того, кого нужно. Поймаем, что что ты можешь сделать для меня? Поскольку ты оказался способным, я буду обучать тебя искусству магии. Ладно, это нам нахер не нужно. Так, ну что ж. Теперь, когда я заслужил уже гасать, тебе придется заниматься еще и нашими проблемами. И так как ты мне понравился, я дам тебе первое задание. Что нужно сделать? Наш торговец водой Кафу уже утомил меня своими горестями. По-моему, он что-то не то съел. Это все, что я знаю. Загляни к нему мимоходом, разберись с его проблемами, чем бы они ни оказались. Так, ну ладно, все это хрень, это мы сделаем в следующей серии, да. Тут у нас много, блин, всякой всячины. Вот, и в следующей серии, я думаю, еще отправиться на последнюю арену и заработать себе титул чемпиона. Да, и главное, силу прокачать. Титул чемпиона можно засунуть в задницу себе. Все, пока-пока. До новой встречи.